среду в Самарской области ясная и малооблачная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Также жарко. Плюс 27, плюс 30 днем. Ночью 21-23 выше 0. Ветер юго-восточный, восточный. Скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясно. Днем плюс 29 градусов. Ночью 23 выше 0. Восточный ветер. Скорость 3 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, днем плюс 28, ночью плюс 22 градуса, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, плюс 28 градусов, дневное время, ночью плюс 21, ветер восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 41%, геомагнитное поле слабо возмущенное, температура воды в реке Волга 23 градуса. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.